Здравствуйте, с вами «Взрослые игры» и я, Марина Табекина. И сегодня мы поговорим на тему равновесия в паре. Она будет интересна всем тем, кто хочет все-таки что-то изменить в лучшую сторону в своих отношениях. Потому что, когда мы создаем пару, есть фраза, которую говорят в момент бракосочетания. И в горе, и в радости. Послушай, мы хотели быть вместе, ты и я. Каждую ночь. Всю оставшуюся жизнь. И я думала, что мы с тобой будем зажигать друг друга всю оставшуюся жизнь. Давайте попробуем разобраться, как на самом деле в современном мире все-таки происходит построение пары. Каждый из нас ищет в другом человеке союзника, помощника, поддержку. Того, кто сможет любить, заботиться, сочувствовать. Того, кто способен разделять какие-то невзгоды. В целом, в основном, мы все-таки ищем того, кто поможет нам в горе. Если бы пара образовалась таким образом, чтобы каждый из нас был действительно сам счастлив, и при этом с другим человеком тоже вместе был счастлив, это было бы безупречно. Но такого не бывает. Получается, в большинстве своем мы или от одиночества ищем пару, или от того, что хотим быть любимыми, да, и любить, но любить не умеем, и ищем пару. Конечно же, во взрослом мире у каждого человека есть свои требования. Обязательно, чтобы другой человек тоже был самодостаточным, мог зарабатывать, следил за собой, не перевешивал свои проблемы на другого человека, мог поддерживать. Вот и получается, что все в горе, в горе и в горе. Такое ощущение, как будто пара создается для двух людей, которые самостоятельно жить не умеют. Бывает и другой вариант. Достаточно много молодых людей, молодых девушек научились жить самостоятельно. Это не обозначает, что они живут в радость. Скорее, это про то, что они умеют создавать для себя какой-то определенный ритм, уют, умеют себя обеспечивать. Им проще пережить напряжение в одиночестве, чем, скажем так, с кем-то. И вот эти люди тоже хотели бы создать пару не с тем, у кого есть проблема, а с тем, у кого все хорошо. Вот и получается, что все мы ищем вторую половинку, которая способна нас вдохновлять, которая способна создавать для нас какие-то потрясающие ощущения, эмоции, комфорт, уют. Но встречаются два одиноких человека, которые способны только делиться горем. Мало кто действительно готов и умеет делиться радостью. Именно по этой причине происходит следующее. Мужчины считают женщин меркантильными, потому что женщины стараются найти в мужчине в первую очередь безопасность финансовую, в том числе безопасность в плане поддержки. А женщины считают мужчин, как бы, скажем, корыстными, жадными по причине того, что на самом деле женщина тоже хотела бы заботиться, но она ждет, что первый шаг сделает мужчина. Все построено на сегодняшний день на том, что люди ожидают друг от друга очень многого, но не способны понять, что в принципе с этими ожиданиями они мало кому нужны. К чему приводят ожидания, когда создается пара? Конечно же, к обидам, к конфликтам, к претензиям, к упрекам, к выяснению отношений, к холодности. Ну, то есть ко всему, что в принципе не хотелось бы иметь, да, в отношениях между двумя любящими людьми. Но тем не менее, как бы каждый из нас ждет от другого, что тот будет или вести себя определенным образом, или дарить что-то, свое внимание, свою заботу, свою любовь, свое материальное благополучие. И при этом мы не готовы воспринимать другого как отдельную личность, как человека, у которого тоже есть свой путь, свои жизненные потребности и свои ценности. Вот и получается, что важно жить в радости и дарить друг другу радость. И тогда действительно захочется быть рядом с другим человеком. Но каждый ищет того, кто поможет ему решать личные проблемы. И отсюда очень часто пара распадается, даже не пройдя определенный путь, даже не нажив что-то общее, даже не раскрывшись полностью в отношениях. И отсюда получается, что на сегодняшний день очень много людей чувствуют себя преданными, несчастными, нелюбимыми, а значит, всячески враждебно настроены к противоположному полу. Поэтому эра одиночества, она достаточно серьезно набирает прогресс,
И очень многие не готовы брать на себя обязательства и строить семью только по причине того, что они воспринимают появление другого человека как нечто некомфортное в своей жизни. А ты никогда не думал, что дело не только в тебе, любимом? Может, я устала? Может, мне тяжело? А дел и так достаточно, и поэтому не обязательно каждая твоя прихоть должна исполняться моментально, как по волшебству! Что же такое равновесие в паре? Как его достигнуть? Ну, конечно же, когда каждый человек способен нести ответственность за себя самого, за свои реакции, за свое счастье, за свое здоровье, за свое материальное благополучие. У моих клиентов всегда встает вопрос, а зачем мне тогда другой человек? Да, вот именно для того, чтобы дарить эту радость, делиться этим благополучием, быть настолько счастливым, чтобы иметь желание вдохновлять другого человека, чтобы ставить какие-то совместные цели и достигать их. Уж точно другой человек не нужен для того, чтобы он постоянно вытирал нам слезы и сопли, чтобы он постоянно решал какие-то наши трудности, у него есть свои, да, и чтобы, в принципе, он был в какой-то степени козлом отпущения. Но не каждый это понимает, и поэтому не каждый готов начать построение отношений с себя. Поэтому очень многие люди ждут рецепта, при котором можно научиться управлять другим человеком. В свое время это очень отражалось в тенденциях, которые проявлялись в информационном потоке пикапа и манипуляции. Постепенно люди отошли от этого и научились понимать, что так тоже отношения не строятся, потому что когда ты кем-то манипулируешь, ты разрушаешь другого человека, ты разрушаешь себя и ты разрушаешь свою любовь. Когда кто-то в паре безответственен, он приносит много боли. Ну, я думаю, все понимают, что такое безответственность, тем не менее я приведу пример. Когда один человек не считает, что он должен идти на компромиссы в адрес другого человека и может проводить свое свободное время любым образом, не ставя другого в известность. Когда один человек требует от другого послушания, да, не беря ответственность за свои неприятные реакции, которые у него возникают, если послушания нет. Когда один человек, например, серьезно заботится о семейном бюджете, о быте, а другой абсолютно никакого отношения к этому не имеет и никак не вкладывается. Когда один человек от другого постоянно требует удовлетворения своих потребностей и не несет ответственность за собственные ожидания, да, и, скажем, за какие-то претензии. Все это действительно про боль, про разочарование в том, кто ведет себя безответственно, потому что получается, что мы любим человека, который становится постепенно для нас неприятным. В какой-то момент ко мне на прием попадают люди, которые стали неприятны для своей второй половинки. Оглянувшись назад, они понимают, как много плохого они сделали. Они очень часто сожалеют, но ничего не могут с собой поделать, потому что у них нет правильного сценария. Они не понимают, как. Они не понимают, например, как нужно, скажем, строить достойные отношения, да, если, допустим, мужчина уделяет недостаточно времени. Или если женщина как бы не вызывает доверия. И это все приводит к отрицательным реакциям, которые постепенно формируют, ну, настолько неприятное и тяжелое поведение в адрес второго человека, что этот второй уже при всей своей любви не готов находиться рядом и просто мучиться. По принципу «и в горе мы пара». Ведь если мы говорим о каких-то трудностях, то мы не говорим о том, что у кого-то из нас трудности, а кто-то их решает. Пара строится в радости, пара строится в желании находиться вместе и в том, что они совместно могут решать какие-то общие трудности или трудности кого-то одного, но это настолько важно для двоих, что на самом деле как бы они объединяются. Когда бывают ситуации, что кто-то, например, чересчур тревожный, чересчур обидчивый, чересчур мнительный, и он считает, что у него есть трудности, на которые второй человек не реагирует, но берем женщину, которая постоянно на все реагирует. Это тоже разрушает отношения, потому что на самом деле тот, кто нагнетает, считает, что его не воспринимают серьезно, а тот, кто постоянно получает порцию отрицательных эмоций на пустом месте, считает, что в принципе его вообще не воспринимают как нормального любящего человека. Вообще быть взрослым в отношениях очень-очень сложно, потому что каждый из нас, он в принципе не имеет определенного примера, что это такое. Большинство считает, что быть взрослым – это значит еще брать за кого-то ответственность. Нет, быть взрослым – это значит брать ответственность только за себя. Да, если другой человек по отношению к вам ведет себя некрасиво, это не обозначает, что вы в этом виноваты. Это обозначает, что, возможно, а, он не умеет себя вести по-другому, б, вы не смогли объяснить, что для вас это неприемлемо,
и вы, в принципе, как бы он равнодушен к вашим реакциям и не дорожит вашим отношением к себе. В любом случае, это его поведение. Но от вашего поведения зависит, захочет он его поменять или нет. Если мы берем отношения, в которые один человек, например, действительно старается следить за собой, осознает свои ошибки и по мере взросления развивается, меняется, учится быть мудрым, а второй человек постоянно паразитирует на этом поведении, то в конечном итоге это тоже люди, которые, ну, непременно расстанутся, потому что тот человек, который тянет вниз, как обуза, он будет вызывать постепенно отвращение. И это погубит все положительные эмоции. Но ты из тех девушек, которым нужны серьезные отношения, а это не по мне. Ну, только без обид, но, похоже, ты требуешь много внимания. Ну, понимаешь, тебе нужна целая куча ребят, а не я. Семья — это устаревшее так понятие. Что же нужно делать в тех ситуациях, где мы действительно хотим восстановить равновесие, даже если его изначально не было? Даже если уже мало ресурсов для того, чтобы воспринимать другого человека как близкого, но при этом хочется сохранить семью, пару, в первую очередь необходимо научиться быть счастливым независимо от обстоятельств, независимо от того, как ведет себя другой человек. И это не пустые слова, это очень сложно организовывать свою жизнь таким образом, чтобы она была наполнена каким-то другим смыслом, а не конкретным отношением конкретного человека к вам. Чтобы она действительно приносила удовольствие от определенных мелочей, да, которыми вы любите заниматься. Чтобы это не был быт, дом, работа, уроки. Очень многие не понимают, как это сделать, потому что они тяготятся огромным количеством долженствований и проблем. И я ни в коем случае не говорю, что не надо заниматься воспитанием, бытом, работой и так далее. Но тем не менее, поверьте мне, когда человек приходит к определенной точке, если он все разрушил, вот в тот момент он всегда находит время на себя, потому что он уже все разрушил, он понимает, что нужно менять. Можно не доходить до этой ситуации, можно не рушить отношения окончательно, можно просто в какой-то момент волевым усилием, если вы не хотите никуда обращаться за помощью, начинать строить свою жизнь таким образом, чтобы именно одному, даже если вы находитесь в семье, учиться жить так, чтобы быть счастливым. Для этого нужно иметь свободное время, для этого нужно иметь желание. Что делает каждого из нас счастливыми? Давайте вспомним. Нет, не огромное количество покупок, не заработанные деньги, хотя деньги – очень важная составляющая нашей жизни. Отдых. Отдых, занятие любимым делом, приятная компания, интересная ситуация, да, увлекательное путешествие, какие-то просто потрясающие места. Все это можно на сегодняшний день получить или бесплатно, или за очень доступные деньги. Мы не говорим о том, что нужно ехать обязательно на Бали. Мы говорим о том, что можно выбираться на природу, можно создавать круг друзей, можно подбирать себе хобби, которое будет воодушевлять и в котором будут единомышленники. Это все можно делать потихоньку и получать от этого удовольствие. Главное – задаться целью. Отдых обязательно должен быть разнообразным. Если вы устали настолько, что вы способны только лежать на диване, вы никогда не восстановитесь, вы никогда не станете счастливым. Вы будете все время находиться в таком шизодомике, который в какой-то момент, да, превратит вас в человека, который, в принципе, от людей полностью отгородился. Отдых предполагает, что вы все-таки, кроме того, что вы высыпаетесь, да, и действительно следите за своим здоровьем, способны постоянно впускать в свою жизнь какие-то разные эмоции положительные, узнавать что-то новое и действительно получать удовольствие от того, что вот просто как бы доступно каждому человеку. Да. Просто путешествие, просто поход, просто на сегодняшний день, возможно, там, увлечение чем-то таким необычным в качестве там, звукотерапии, там, например, да, работы с этническими инструментами, горловым пением, то есть то, что, может быть, вот именно в вашем окружении на сегодняшний день не используется. Что это даст? Конечно же, новые эмоции, конечно же, энтузиазм, ну и в какой-то степени даже расслабление. А значит, вы начнете понимать, что ваша жизнь может быть действительно полна ярких эмоций и удовольствия.
При этом я не предлагаю гнаться за удовольствием. Я предлагаю их внедрять в собственную жизнь, понимая, что, в принципе, мы живем для того, чтобы испытывать какие-то положительные эмоции, иметь хорошие воспоминания, чувствовать свое тело в хорошем смысле слова, да, не от боли, не от напряжения, не от усталости. Иметь какие-то цели, что-то достигать, получать удовольствие от того, что достигли, мотивировать себя на что-то новое. Когда жизнь простроена таким образом, человек начинает понимать, что он живет не просто не зря, а он живет с радостью, и у него что-то получается. И вот именно в этот момент, возможно, вы станете привлекательны для своей второй половинки, потому что вы будете выделяться тем, что у вас получается, что вам хорошо, несмотря ни на что. А значит, есть возможность каким-то образом все-таки прийти к компромиссам и научиться строить такую жизнь уже вдвоем. И это бесценно, когда два человека имеют, например, общее хобби на двоих, которые их увлекают. Или какую-то общую компанию, когда они действительно с удовольствием где-то вместе проводят время. Например, ходят на квиз, да, потом обсуждают, какое задание у них получилось, какое не получилось. Когда у них действительно есть какие-то общие мечты, одна ценность на двоих, когда они стремятся к чему-то и потом с удовольствием подводят итоги в канун Нового года, вспоминая, что за этот год у них действительно очень много получилось. Тогда это гармоничная семья, в которой есть равновесие, в которой можно доверять друг другу и верить, и правда знать, что все получится, если мы захотим вдвоем. Конечно, такие семьи есть. Это не сказка, они преодолевают различные кризисы, у них проходят в жизни различные ситуации. Тем не менее, есть люди, которые идут нога в ногу. Таким людям повезло, они поддерживают друг друга и понимают, что в какой-то степени что-то нужно в жизни осознавать, развиваться. Всем остальным очень сложно, потому что они надеются, что они встретят такого человека, и у них тоже произойдет чудо. Но, как правило, в жизни говорят подобное, притягивается к подобному. Именно по этой причине я предлагаю всем нести ответственность просто за свою жизнь и за свое счастье. Ведь если у вас это получится, вы потом больше никогда не будете переживать по поводу того, что вы несчастны. Даже когда случаются какие-то трудности, вы будете понимать, что вы всегда выйдете на тот уровень радости, который вам необходим. На этом наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале Arctic TV. На сайте Arctic TV в архивах огромное количество рассмотренных нами тем. Ну а на сайте tabekina.ru можно присылать свои вопросы и пожелания.